Действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел. Зал полон необыкновенными красавицами и большими умницами, которые стоят на страже безопасности жителей округа. Поздравить этих прекрасных и смелых женщин приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Хочу пожелать, чтобы вот это чувство женщины, оно с вами не то что не покидало, но как можно чаще посещало вас и в течение обыкновенных рабочих дней, чтобы вы ловили восхищенные взгляды мужчин, чтобы вы ощущали, не знаю, пусть будет это море обожания, чтобы счастье было в сердце, мир был в душе, мирное небо над головой и благополучие. Сложно сказать, что их красит больше – сегодняшние праздничные платья и наряды или форма. Женщина в форме – это всегда стильно, модно и романтично. Но вместе с тем за право и честь носить ее и спрашивают по самой высокой шкале. Дорогие женщины, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Пусть исполняются мечты и воплощаются в жизнь самые смелые планы. В этот день со сцены прозвучало много теплых слов и искренних пожеланий. Лучшим сотрудницам были вручены почетные грамоты и памятные подарки. Екатерина Бутова работает в полиции всего 3 года, но эта любовь навсегда, уверена наша героиня. Несмотря на хрупкость и юный возраст, задачи у девушки более чем серьезные. Моя работа, она очень тяжелая, очень опасная, потому что моя собака, она работает со взрывчатыми веществами. Вот, мы, бывает, выезжаем на разные выезда, которые сейчас бывают, там угрозы взрыва, да, и всякие разные вот мероприятия. Мы их обследуем, досконально обследуем, чтобы у нас все было безопасно, да, чтобы у нас все было тихо, спокойно. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется к многочисленным поздравлениям. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ».